сегодняшнего мероприятия является организация, не правильно, финально, вы уже скажете ее название. Международная ассоциация природы и творчества, это неправительственная организация со статусом Департамента общественной информации при ООН и статус участника Совета Европы. كما ذكرت السيدة ريبوغا كان هذه المنظمة تسمى منظمة البيئة والإبداع وهي تحت رعاية الأمم المتحدة بالتحديد اليونسكو وأيضا نرحب بالأساتذة الحضور وأغلبهم من العلماء والمستشرقين ورؤساء المراكز البحثية. Мы также сегодня приветствуем здесь руководителей исследовательских центров, преподавателей, профессоров. وأظن أن جميعا سنكون سعداء أن يفتتح هذا الحدث المهم معالي السفير الأستاذ الدكتور محمد البرجي. И полагаю, нам всем будет очень радостно и приятно, если его превосходительство господин посол Мухаммад аль-Бадри откроет сегодняшнее мероприятие. دكتور عاطف، أستاذ دكتور عاطف معتمد، رئيس المكتب الثقافي. Уважаемый доктор Атаф Муадамед, руководитель бюро культуры посольства Египта. Ассайеда Раис Муназамет Альбиа Вадда. Госпожа Любовь Аркадьевна, руководитель организации. Ассайеда Рулеме, Ассайеда Дьюф Альхудур, Ассайеда Бикин Гамия. Уважаемые господа, уважаемые гости, добро пожаловать всем вам. أنا يشرفني كثيراً أن أكون هنا لأفتتح هذا المعرض. Для меня большая честь находиться здесь и открывать эту выставку. وأقدم الشكر للمكتب الثقافي المصري ورئاسته. Я выражаю благодарность и признательность бюро культуры нашего посольства и его руководству. وأتقدم أيضاً بالشكر إلى منظمتنا العظيمة. التابعه لليونسكو منظمه البيئه والابداع. Также выражаю большую признательность соорганизаторам нынешнего мероприятия сегодняшнего. ويعني انا الحقيقه مش بس معجب بعمل هذه المنظمه ولكن ايضا باسمها. Признаться, мне не только нравится то, чем занимается эта организация, но и ее название. Президент международной ассоциации природы и творчества. Любовь Аркадьевна. Уважаемая Любовь Аркадьевна, сердечно поздравляю вас и всех членов Международной ассоциации природы и творчества 25-летия. На протяжении четверти века ваша ассоциация вносит весомый вклад в международное гуманитарное сотрудничество, активно способствует продвижению российской культуры и искусства за рубежом. إن منظمتكم تقدم عملاً رائعاً على مدار الفترة الماضية حيث تقدم روح السلام والإبداع في داخل روسيا وخارج الحدود. Используя универсальный язык художественных образов, организуемые MAPIT проекты и выставки на деле помогают налаживать межкультурный и межконфессиональный диалог, способствуют стиранию разделительных линий, ограничивающих живое и творческое общение между народами. В Министерстве иностранных дел ценят предпринимаемый MAPIT в сотрудничестве с загранучреждениями МИД России усилия в этих целях. وزارة الخارجية الروسية تثمن وتقدر عملكم الكبير وتقدم لكم الدعم والتقدير. ваше взаимодействие с международными организациями, в том числе ЮНЕСКО и Советом Европы. وبما نثمن بشكل أكبر تعاونكم على المستوى الدولي بالتحديد مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي. готовы впредь оказывать поддержку востребованным инициативам ассоциации. дальнейшему развитию ее связей с зарубежными партнерами. И если позволите, поскольку я здесь пребываю в нескольких качествах, помимо представителя Министерства иностранных дел в целом, я еще представляю департамент по вопросам новых вызовов и угроз. أنا هنا أمثل الوزارة الخارجية ليس فقط في هذا المكان أمثل قسم التهديدات الحديثة على العالم تهديدات Мы очень ценим взаимодействие с ассоциацией.
تقدم بشكل كبير العمل الذي تقوم به المنظمة؟ потому что она является активным проводником идей мира и дружбы. لأنها تقدم باسم المهمين للسلام والصداقة بين الشعوب. Всего того, что оказалось недоступным нашим западным партнерам, я имею в виду межкультурного и межцивилизационного диалога. И десятилетнее сотрудничество ассоциации с посольством Египта и с культурным центром египетским в Москве является очень хорошим подтверждением всей этой большой и нужной работы. والاحتفال اليوم ايضا بمرور 10 سنوات على التعاون مع السفاره المصريه في روسيا للمركز الثقافي هو محل تقدير واحترام كبير ويمثل علامه على نجاح هذه المنظمه. Неприятно обратиться к советским посланиям в связи с 50-летним юбилеем Международной ассоциации природы и творчества. Наш центр ООН и ассоциацию связывают узы многолетнего и разностороннего сотрудничества. بعد التحية والتقدير للاحتفال بمرور 25 عام يمثل العلاقة بيننا وبين المنظمة النموذج للتعاون والتواصل. Эта неправительственная организация имеет ассоциированный статус при Департаменте общественной информации Секретариата ООН с 2001 года. ونعمل في هذا المجال ممثلين الأمم المتحدة منذ عام 2001. И эффективно притворяет в жизнь основные принципы и идеи Всемирной организации ООН, что естественно льстит нам. Многочисленные проекты, которые реализует ассоциация в России и за рубежом, активно способствуют продвижению провозглашенного ООН диалога между цивилизациями. Она содействует развитию национальных традиций, поддерживая уникальные ремесленные мастерские, делая творчество местных мастеров известным не только в России, но и за ее пределами. Деятельность ассоциации также помогает позитивному восприятию глобализации, которое характеризуется укреплением взаимосвязи между людьми и расширением взаимодействия между культурами всего мира. Но хотелось бы особо подчеркнуть вклад, который вносит природа и творчество в реализацию провозглашенной ООН концепции устойчивого развития. ونؤكد على أن الميزة التي تتميز بها هذه المنظمة هو دعمها الدائم للإبداع. Особенно в контексте повестки дня ООН, которая была принята в период до 2030 года. وبالتحديد النشاط الذي قام به منذ عام 2003. Ассоциации разработаны и воплощаются в жизнь несколько программ, нацеленных на охрану окружающей среды, а также на реабилитацию детей-инвалидов. وبالتحديد المشروعين الرئيسيين قامت بهم المنظمة وهي حماية البيئة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة. Хотелось бы напомнить, что ассоциация представила масштабную экспозицию «Мир глазами детей. Взгляд из России». وأهم مشروع تقوم به المنظمة هو أيضا مشروعات الإبداع الفني الذي يقوم به الأطفال العالم بعيون أطفال روسيا. И, наконец, свеж в памяти вклад ассоциации в праздновое отмечено в 2015 году 70-летие Организации Объединенных Наций. Художественная выставка, посвященная 70-летию Великой Победы и создания ООН, получила высокую оценку дипломатического корпуса в Москве, международных и неправительственных организаций, а также российских министерств и ведомств. وحين شاركت هذه المنظمة في ذكرى الاحتفال بمرور 70 سنة على الانتصار على الحرب العالمية الثانية، حصلت هذه المنظمة على تقدير من كافة الوزارات المسلمة. И хотелось бы пожелать Международной ассоциации природы и творчества дальнейших успехов в разработке и реализации новых интересных проектов. Представители организации ООН, а именно Владимир Валерьевич Кузнецов. Доктор Мухаммед Бадри, доктор Адам Дамы и господа, коллеги и друзья, замечательен тот факт, что сегодня наш юбилей открывается в такой теплой дружественной обстановке в культурном центре Египта. Это страна, одна из величайших
стран с высочайшей культурой цивилизации. نشعر بسعادة وفخر كبير أننا نحتفل بجوبيل 25 سنة من تأسيس المنظمة في المكتب الثقافي المصري الذي تمثله أمريكا. Тесные узы сотрудничества для нас были и плодотворными, и взаимообогащающими. Систематически наши юные художники участвуют в выставках, которые организуют в Каире Министерство культуры. الفنانين الذين يشتركون معنا لا يشاركون فقط في احتفالاتنا في روسيا وإنما يشاركون في المهرجانات في القاهرة أيضا التي نظمها الثقافة المصرية. И всегда мы там получаем самые высокие награды. Серебро и золото. Я благодарна доктору Атфу, поскольку он уже вот за такой короткий срок, находясь на работе советника, уже участвует в третьем мероприятии. А сегодня не только участвует, а оказал неоценимую помощь в организации сегодняшнего мероприятия. Рад я пришел к доктору Атфу, который, рغم الفترة القصيرة التي عمل فيها هنا, إلا أنه يشارك معنا في ثالث فعالية وقدم لنا الدعم الكبير لتنظيم هذه المناسبة. И в этой связи я хотела бы господину послу преподнести подарок от нашей ассоциации. Это заслуженный художник России выполнила. Это ручная работа на натуральном шелке Кремль, чтобы всегда напоминал вам о работе в нашей стране. Поскольку, как мне стало известно, учился в Санкт-Петербурге, то помнил о Санкт-Петербурге. Вот Исаакиевский собор. Ну, как вы знаете, это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. На самом деле еще особенно приятно мне получить эту картину, поскольку на ней изображено место, которое для меня, как для египетского дипломата, очень многое значит, поскольку в первую очередь это очень исторически значимое. والآن أكثر لأنه المكان الذي فيه الرئيس Владимир Путин صديق مصر. А сегодня еще вдвойне приятно, поскольку в этом месте находится часто находится господин Путин, близкий друг нашей страны Египта. Спасибо. Thank you.
Валид Хамди, сильно рад, что вы пришли. И, конечно, я очень рад, что обед с вами встретился. Две недели назад здесь были тоже знаменитые и очень известные художники, которые я очень рад обед их вижу сегодня. Спасибо вам большое, что пришли. Наталья.
подпишем только. Учуев Александр. Михайлов Андрей. Это жена. Представитель. Достойнейший представитель. Достойный да. семьи. Михайловна Наталья. Это вот она сама есть. Я знал сам. Прошу прощения. Спасибо, я же не художник, а за что? Я риска. По-арабски трудно. Нам за содействие, за содействие. За содействие, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.